Ну шось. Там зачеркнутые наушники. Может, нам это стоит? Наушники вытащить из ушей? А то все? Да. Объект SCP-1027 русского филиала. Класс объекта. Кетер. Особые условия содержания. SCP-1027 следует содержать в специально созданной зоне 67, огороженной буферной территории в 30 километров, вход в которую запрещен всем, кроме персонала зоны. Вдоль периметра ограждения должны дежурить патрули, вооруженные как летальным, так и нелетальным огнестрельным оружием с установленными глушителями. В их задачи входит задержание и допрос всех пытающихся попасть на территорию зоны. В случае обнаружения у нарушителей полной глухоты, их следует устранять на месте. Весь персонал зоны 67 должен... Жестко! ...проходить проверку слуха каждые 4 дня. В случае обнаружения ухудшения или воздействия SCP-1027-2, их следует перенаправлять на другой объект. В зоне запрещены любого рода наушники или беруши. Во избежание резких звуков, весь пол зоны должен быть покрыт пористым линолеумом, посуда заменена на пластмассовые аналоги. В персонал следует отбирать только людей, которые обычно спят на спине и не имеют проблем со слухом. Камера содержания SCP-1027-1... Спят на спине, чтобы оба уха были свободны. Да, походу. Судя по всему. Да это же почти невозможно контролировать. Ну, то есть, если ты даже на спину ложишься, ты все равно неосознанно можешь перевернуться. Один должна быть покрыта звукоизоляционным материалом. Камера содержания SCP-1027-1 должна быть покрыта звукоизоляционным материалом и является стандартной камерой для гуманоидов с минимальным набором мебели. Камеры наблюдения должны быть лишены микрофонов, а для общения с SCP-1027 требуется человек, владеющий методикой чтения по губам, так как прямой контакт с SCP-1027 запрещен. Во время уборки или кормления следует усыплять объект посредством транквилизаторов или газа. Описание. SCP-1027-1 – это мужчина-европеоид, ростом 170 см, с отсутствующей ниже локтя левой рукой. Тело субъекта покрыто множеством вросших в него голов или лиц, с интегрированными в них колонками, динамиками и проводами. Было установлено, что тело носителя SCP-1027 является скандально известным композитором, подозреваемым в данные удалены при создании своих музыков. Жесть. Выглядит он, конечно, жуденько. Музыкальных произведений. Официально он считается погибшим в автомобильной аварии, однако сам он не был найден. Тело SCP-1027-1 покрыто в общей сложности 12 лицами или головами, помимо основной, при этом часть является как гротескными наростами плоти, так и настоящими головами людей, считавшимися до этого без вести пропавшими. Особенностью SCP-1027-1 является способность транслировать музыку, далее обозначается как SCP-1027-2 на расстоянии до 15 километров. Однако воспринимать ее в полном объеме смогут только абсолютно глухие люди и в меньшей степени люди с нарушением слуха, либо слышащие хуже из-за посторонних предметов, таких. А-а-а, вот оно в чем. Типа фишка, получается, тот, у кого все хорошо со слухом, он не это... Как оно? Невосприимчив, да. У него, кстати, раковины ушные подрезанные, зашиты как будто. Кстати, да. И как наушники, беруши, ушная сера. Также существует вероятность, что абсолютно глухой человек станет ретранслятором SCP-1027-2 в радиусе 10 километров от себя. SCP-1027-2, по словам пострадавших, божественная музыка. Идеальное произведение, по сравнению с которым вся остальная музыка... Удалено. Попавшие под воздействие SCP-1027-2 люди далее обозначаются как SCP-1027-3, стараются лишить себя слуха любым возможным способом, игнорируя боль и здравый смысл для восприятия музыки в полной мере. После долгого воздействия жертва становится полностью апатичной, теряет любую мотивацию, кроме желания прикоснуться к святому и... Данные удалены. ...с последующим паломничеством к месту заточения SCP-1027-1. При этом, перед самым походом, у SCP-1027... Получается, попал под воздействие, лишил себя слуха и побрел в сторону этой твари. Угу. Незавидная судьба.
3 начинается резкий набор веса, связанный с гормональным выбросом SCP-1027-1. При этом, перед самым походом, у SCP-1027-3 начинается резкий набор веса, связанный с гормональным выбросом вследствие воздействия SCP-1027-2. При этом 40% SCP-1027-3 погибают вследствие нанесенных ран, 35% из-за отсека мозга, вызванного эпилептическим статусом, к которому в свою очередь приводит очаг патологического возбуждения в области коры, воспринимающей музыку. Малая часть, не более 10%, несет самую большую опасность, становясь так называемыми ретрансляторами. Это фанатичные создания, являвшиеся некогда людьми, а теперь просто бездушные зомби, неизвестным образом определяющие зону вещания SCP-1027-1 и стоящие почти на самой ее границе, чтобы передавать сигнал дальше, постепенно расширяя область вещания. После того, как SCP-1027-3 займет свое место в сети вещания, он садится на землю и входит в состояние, напоминающее анабиоз, тем самым снижая потребность организма в питании и медленно расходуя накопленный ранее жир. После потери 5% веса субъект направляется к ближайшему SCP-1027-3 с наиболее сильным сигналом для восстановления потерянной массы. Поесть его, что ли? Это получается, они набирают вес, еще и... Чтобы потом его расходовать, когда занимаются... Да. Спасибо за донат. Спасибо. Да, ссылка получается. Ссылка «Добавим дичи в сегодняшний вечер». А, то есть это сейчас не дичь. Крипотень. Больше дичь, больше. Это получается, это... Тварь может просто-напросто уничтожить всю планету, если вдруг из-под контроля вырвется. Конечно. То есть такими ретрансляторами и дальше, 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 дальше. А, ну да, это же самый опасный. Точно. Я немножко забыл, как оно там. Чудовищный, так сказать, прям. Ух, бля. А тут такой анимешненький. Более крупный субъект позволяет отъесть часть своей массы. Да. После Капец. Чего они возвращаются на свои места. В ходе анализа внешности были идентифицированы Клаус Б. Известный в узких кругах минималист, основатель движения Квер. Пропал 31-го 1990 года. Бенджамин Шток. Данные удалены. 2000 года. Джордж Эджертон Уэлл по прозвищу Пришелец, композитор, экспериментатор, дирижер. Пропал в 2000 года. Потенциальный SCP-объект, за которым велись наблюдения фонда. Довольно сильный телепат и... Удалено. Пропал в... 2000 года. Из-за всех этих перебивок немножко сложно воспринимать информацию. Ну да. Я про последнего, про телепат, что-то не очень понял. Просто еще эти перебивки, понимаешь свои, что это фишка всех этих вот... Ну да, типа данных, данные отсутствуют или удалены. Да, но оно настолько однообразное, что... Они так настолько однообразные, что... Ну, с очевидным намеренность этого, если они повторяют слишком часто. И это сбивает, и ты, короче, что мне вообще объясняют, непонятно. Да, немножко теряешься, типа, когда их много подряд. Это он когда-то родился, или когда он пропал, или что? Не, ну тут-то это более-менее понятно, просто когда их много подряд, оно немного сбивает. Да. Во время инцидента 1027-6B с зоной, куда первоначально доставили объект, на 3 часа была потеряна связь. По прибытию МОК было установлено, что большая часть персонала удалено. В камере наблюдения SCP-1027 было найдено 5 тел научных сотрудников, отвечающих за объект. У двоих из них наблюдалась перфорация барабанной перепонки инородными телами. В остальных случаях исход летальный. Сотрудники были доставлены в медицинский отсек зоны. Ниже приведена стенограмма показаний одного из выживших сотрудников. Согласно стандартным условиям проведения подобных операций и учитывая наличие вживленных колонок, мы поместили 1027 в звукоизоляционную камеру. До этого, разумеется, накачали его транквилизаторами. Однако проснулся он довольно-таки быстро. И доктор приказал сотруднику Д подойти к объекту. Потом события начали происходить очень быстро.
Колонки на теле 1027 завибрировали, но звуков никаких не издавали. По крайней мере, так нам казалось. Я посмотрел на доктора в ожидании указаний, но увидел, что он сползает на пол и всхлипывает. Депп попытался подойти к нему, но доктор внезапно подскочил и начал лихорадочно шарить в кармане халата, а затем достал ручку. При этом... Понятно, доктор попал под влияние. Там он постоянно что-то бормотал. Его речь была довольно запутана, но кое-что мне удалось разобрать. Он говорил, что рад был получить ту травму от взрыва, и это самое божественное, что когда-либо могло быть услышано. Эх, печалька. У него, получается, были проблемы со слухом. Ну, затем он начинал наносить удары ручкой по своему уху, судя по всему, пытаясь разрушить барабанную перепонку. В это время со стороны динамиков раздался резкий звук, и я инстинктивно зажал уши. Обернувшись, я заметил, что не один почувствовал это. Сначала ощущения были не из приятных, похоже, я получил небольшую травму уха. После этого сразу по всей камере распространилась музыка, подобной которой нет. Но слышна она была недостаточно громко, и, последовав примеру доктора, я начал наносить себе повреждения, пытаясь лишиться слуха. Остальные сотрудники делали то же самое. Музыка заполняла меня, и из моих глаз полились слезы восторга и радости. Я никогда не испытывал подобного. «Зачем вы восстановили мне слух? Мать вашу, дайте мне ручку! Боже, зачем? Зачем?» Короче, попав один раз под воздействие, услышав эту музыку, она становится для человека как наркотик. Ну и ты пытаешься услышать снова и снова, потом становишься ретранслятором. Да. Нет сигнала. Ну и хорошо, что нет сигнала. Ну и она. Довольно жесткая зараза. Еще и человек, получается, и не осознает ничего. Спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.